друзья, всем здорово, всем здравствуйте, всем салам алейкум. Мы, как обычно, играем в Радмирку. Ромаха, поздоровайся. Ромаха сегодня не за пультами. Очень сильно выбился из сил. Очень был тяжелый день. Какие-то подробности узнаете, естественно, ребятушки, на видосе. А мы тем временем заходим на 12 сервер. Давненько я, честно говоря, ну, относительно давненько, где-то вот неделю точно. Так, персонаж болеет. Забрали нахуй мою дачу. Прикинь. Напротив меня дом, который... Я понял. Который, да, Арменчик, по сути, сделал подгон. Мы его купили. Один фиг, как бы, ну, за бабки нормальные купили. Просто, блин, на 12 у меня вообще денег немного так-то. Прямо слово совсем... Меня еще и раздели, блядь. Меня еще и крашили. Трантес, меня раздели реально догола. Да, интересно, почему крашит? Вот Рома говорит то, что у него крашило из-за крутой графики. У меня сейчас тоже стоит улучшенная графика. Мы видим, вон, какие крутые лужи, штукапленные экраны. Вон, как, ну, классно реально бликуют лужи. Это, блин, что-то с чем-то. Охота навести суету на каком-нибудь виде транспорта. Вот, кстати, хату отобрали. Банду, получается, тоже отобрали. А тачки-то остались. Значит, G65 берем. Почему вот, Ром, скажи мне честно, чем отличается G65 от G63? Давай сейчас. Курьезное твое мнение. Ой-ой-ой. Чего, блядь? Это что? G65 от G63? Да. Ну, это, видишь, G65. Вот, видишь, я вот BTW. Ой, сейчас. Да, я вижу. BTW вел, видишь, G65. Или ошиблись? Или все-таки 63 должен быть? Ну, фигашка может. Да тут не в морде дело, честно говоря. Вот я, кстати, не знаю, знаешь, что сейчас попробуем? Да, кстати, обвес вообще топовый. Обвес, обвес. Как мне кажется, честно скажу, это благодаря вот моим пацанам, моим подписчикам. Кстати, отдельный респект, ребята, хочу вам поблагодарить. Вас поблагодарить за то, что вводите мой ник при регистрации Паша Пэл на 12-м Паша Пэлс на 4-м. Ну, естественно, промокодик, ребята. Не забываем, промокод Пэл даст вам хорошие денежные бонусы. Как и ник при регистрации, если вы новый персонаж заводите, так и код, промокод. В общем-то, как я считаю, вот реально очень сильно постаралась моя аудитория за вот эти вот дуги. Снизу, значит, на фарах. Потом, что еще? Сам кенгурятник. Ну, кенгурятник, если честно, в новом облике сделали вместе с решеткой, но ничего страшного. Вот под бампер нифига себе сделали вот эту вот штуку. Я, кстати, раньше не замечал. Ну, так вот, Ром, чем отличается, значит, 63 от 65-го? Очень, очень нужно твое мнение. Ну, мотором, ну, вряд ли. Не, ну, если, предположим, мотором, то как именно? Смотри, твин турбо это 63-й. Это 63-й, да, там две турбины, это я понимаю. Да. Теперь смотри, как я думаю, вот надо с тобой загуглить. Я делаю ставку на то, что стоит V12 и плюс еще и твин турбо. Но я, если честно, считал так ранее. Мне кажется, все-таки на него устанавливали все-таки V8, но 4 турбины. 4 турбины. А потому что V12 на гелик, ну что-то я не помню такого, честно говоря. А? Ну я не встречал, что... Ну турбины или компрессор, что там, я не знаю. Короче, либо V12, мне кажется... Ладно, пускай будет все-таки ответ V12. Прогугли. G65, что? Вот, кстати, G65 больше не выпускают. Вот есть новый 63. Вот такой, как у меня. Штраф. Ну, не только штраф, тут еще и проболтался. Да ладно, все мои пацаны уже давно знают. Осталось только представить в должном виде. Красиво показать. Почему я до сих пор вам, ребята, его до сих пор не показал? Даю лишь такие небольшие намеки там и так далее. Это все связано с тем, то, что немножко колебит меня моя... Ну, не сказать, что совесть, а вот... Как бы так сказать вам, ведь все-таки те деньги, которые, на которые была куплена сверхдорогущая покупка, были взяты именно с, скажем, бандитского общака, люди которого, скажем, пока что никак себя не проявляют. Ну и ко мне, кстати, обращались очень многие люди по этому поводу, очень весомые, одного из них, точнее, вы хорошо знаете, ну как хорошо знаете, видели, по крайней мере. Вот, и у меня в роликах видели, и не только. Вот, кстати, смотри, какие, как асфальт клёво, да, типа он подсушенный. Вообще класс, раньше я не замечал такого.
круто смотрится, как будто вот эффект быстрой скорости. Вот. Так вот, ребята, что касается... Да пофиг, все равно придется платить. Что касается, значит, новой эксклюзивной машины, обязательно, ребята, вам ее представлю. Вот не думайте то, что я прям капец именно от вас ее скрываю. Я скрываю это от других людей. И не могу нормально вам представить эту обновку, потому что, как уже говорил ранее, деньги были потрачены просто в одни ворота. Кстати, пришлось даже свои немножко добавить. Вот, чтобы купить именно эту модель. АМГшную. А что касается, например, вот можно было бы вкинуть эти бабки в базу. Да, но вот как мы подумали, да, мы подумали бригадой, что не стали этого делать. Почему? Потому что если что, вдруг произойдут качели. И мне придется все-таки там тут надавит кто-то из всевышних каких-то там очень влиятельных людей и скажут: Паша, давай возвращай этот общак, а я покажу то, что в смысле возвращай. Посмотрите, что сделали со мной. Смотрите, там, при моей там, любящей половинке, да, там, Маше, то есть как меня унизили там и так далее. Посмотрите, что эти твари сделали. Они унизили меня, блядь! Они унизили, сука! Они унизили, блядь! Я считаю, это, ну, довольно-таки такая мощная компенсация, заполученная очень легальным, ну, точнее, нелегальным, но, по крайней мере, по понятиям честным образом. Вот, если все-таки скажут, типа, возвращай, ну, не знаю, сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что вдруг смотрят эти люди, но тем не менее, чтобы там они не думали, что я им там верну и так далее. Вот, ну, по крайней мере, деньги в каком-то конкретно одном элементе, а если бы мне пришлось бы тратить эти деньги в базу, то, естественно, там же, ну, не получилось бы продать какой-то отдельный элемент и эти деньги, скажем, вернуть злоумышленникам обратно. Опять же, повторюсь, никто не собирается возвращать его обратно. Слушай, какой гелик крутой, я бы хотел бы в реале такой иметь. Я все же погуглил, чем отличается 63 от 65. Посмотрите, как капли на кузове очень классно прорисовываются. Очень круто, да. Ну смотри, в 65 все же ты был прав, там было 12. V12. Да, да. На турбинах, естественно, да? Да, конечно. Слушай, V12 на самом деле очень такой спорный мотор. И почему... Да, перестали устанавливать. Он в 2 раза дороже, чем G63. Посмотри, какая красота. Офигеть. Вот мне сейчас, кстати, знаешь, что напомнило? Ой-ой-ой. Я люблю в бимке. Прет. Потому что G65, понял? V12 куда? Ну, конечно, навоз на. О, кто там? Тэкнулся, нифига себе, это что за мумия? Нифига у него против. Такой тип. Опа, С. Хую. Помог бы лучше, ё-моё. А что он в горах делает? Не знаю, да он тэпнулся так ко мне по угару. Ладно, я хочу немножко вспомнить бимку. И как я любил просто разогнать тачку вот в новой бимке со всей дури. И спустить с горы. И просто вне, наоборот, и спустить, и в гору, короче, там как угодно. Слушай, ну я тебе честно скажу, в бимке, даже же на 65-м, вот в такой подъем заехать было бы нереально. То есть это невозможно. О, нифига себе, куда мы заехали. Вообще в какой-то отдельный вид леса. И вот смотри, тоже как постарались. Они очень сделали много деформаций, потому что это все, каждая деформация, это все делается вручную, вытягивается ниже, выше, левее, правее и так далее. Вот, конечно же, да, неровности и так постарались, вот видишь, смотри, сгладить до хорошего какого-то там результата. Вот, но понятное дело то, что не идеально, потому что идеала тяжело добиться. Во, кстати, более-менее нормально. Да. И вот, знаешь, что интересно? Они сделали настолько большой лес. О, можно было розыгрыш проводить в этом лесу. Типа, знаешь, бегаешь, скинул себя. Вот так вот. Скинул скриншот. И у Арменчика, например, в прямом эфире. Типа, аля, давайте найдите. Кстати, знаешь, что я бы тебе, нам бы с тобой посоветовал? Прямо сейчас перейти на канал Ковалевского и посмотреть обновы. Давай. Я не смотрел его ролики, и было бы очень интересно как-то отреагировать на это все. Верну деньги за дом. 200 тысяч. Я отдавал за него 40 лямов или там 30 с чем-то. И то мне там подписчик подогнал за хорошую стоимость. Ну, блин.
блин, как это, богатые плачут, да, и плачут, и платят дважды. Ладно, все, выходим, короче. Все, ребят, не забывайте про промокод, ник по регистрации, все, выходим, смотрите реакцию на обнову. Ну-ка, вот, кстати, гелик, гелик, ну-ка. Смотрим, смотрим, ребята, новый гелик. Подписчики сделали. Опа! Слышь, сразу выкурили, да? По бамперу, что он внизу. Вот оно, очертание колеса, вот это стоп-сигнал, который наверху. Ну и вот она, в общем-то, сама будка. Я бы его давным-давно уже спалил, честное слово. Там такая пушка, блин. Да, ракета. Вот он дизельный едет, мой брошу. Честно скучаю. Просто вот чисто по совести очень сильно скучаю, но, блин. Может быть, даже его верну когда-нибудь, я не знаю. Да. Прикольно, вот, блин, было бы два. Этот и тот. Причем внешне нереально одинаковые. Ну, кстати, сейчас новый на других колесах. Кстати, опа-на. Значит, тут у нас... Короче, у нас реально куча транспортных средств. И когда вы пишете, а добавьте то, а добавьте это... типа, почему не добавляете какие-то средние тачки, это потому что у нас практически все есть, а добавлять вот тачки, которые не будут нужны, вот, например, Hyundai Santa Fe, который у нас есть, реально его никто не покупает, он не нужный. Вот может 2-3 человека на сервер, на 1000 онлайн, и это очень мало, пацаны, в таблицах это очень маленькие показатели, и именно поэтому мы делаем больше эксклюзива, больше интересных, дорогих. Ну, это Hyundai. У нас был четырехдверный такой, пацаны? Нет, нет, пацаны, алло, Айраш. Ох, ёпта, он еще и дриптит настроить. У-ху! Блин, пацаны, будет веселуха. Кстати, я на карте не буду ездить далеко, чтобы ничего не спалить. XM. В автосалоне, помнишь, мы с тобой заходили, XM записывали. Я говорил то, что... Короче, прикол. Я тогда говорил, блин, не знаю, есть ли на Радмире такое или нет. Реально был не уверен. По факту на тот момент не было. Это заметил Женя Ковалевский. И он мне сразу тогда написал, отреагировал, сказал то, что мы эту машину создавали вообще с нуля, мы ее отрисовывали. Вот, видимо, долго над ней работали, уже когда-то тогда мы засняли этот видос с XM, я спросил, дорабатывает подразделение или нет. По факту, вот он выходит. Вот. Что такое сделало полностью M? Это полностью сделали кузов, придумали. Да, понятно, что на заводах BMW, но полностью вся модель автомобиля делалась подразделением M. И поэтому нет там какой-то X, там 20... Блять, ну, ёбок какой-то. Ну, такой, честно, фаршмак. Но, какая... Ну, как, в смысле, у ёбка, грубо говоря. X5 намного хуже выглядит на фоне него по факту. CD. Не, крутая тачка, эксклюзивная, крутая машина, но она электро. Машина должна быть, вот у него звук мотора должен быть вот как у гелика. А вещи в какой машине лежат? В грузаке все упаковано. Блин, ну вот хреново, придется перекладывать тогда. Блин, перекладывайте тогда, что сегодня с нами на разведку едет Леша Патрон. Что у тебя такой за знак жесткий? А ты, Олег, что, остаешься, да? Ну все, и хорошо. Вот, тазик у нас. Если что, это Ромкин. О, Леша, не закрепил. Вот так вот. Смотри, соберешься. То, что взял, а я говорил, блин, давай возьмем пневматические. А что с ним?